Всем привет, с вами Артём. Это мое новое видео по чикингану. Вы видите на мне скин Джекса. И сегодня я покажу, как я его найти, а также много других пасхалок. Но перед началом, пожалуйста, подпишись и поставь лайк. Ну что ж, начинаем. Первая пасхалка находится на карте Исланд. Эта пасхалка, она очень популярный мем про пингвинов из Мадагаскара. Для этого здесь надо найти новый остров на этой карте. Вон, ребята, вы его уже видите. Он очень далеко находится. На этом острове есть также какой-то вот самолет и вот эти пингвины. Это здесь Кавазаки, Каго, Кейко и Эстрипер. После того, как вы найдете этих пингвинов, к вам в предметы добавится белый медведь и лысый пингвин. Следующая пасхалка на ютубе «Сладкий трюфель». Она находится на краю карты Биг Хаус. Вот мы и нашли эту новогоднюю пасхалку. Теперь они будут в наших предметах. Кстати, сладкий трюфель может вот так флексить. И сейчас мы найдем тот самый скин Джекса, про который я говорил в начале видео. Он тоже находится на карте Биг Хаус. Для начала мы должны уменьшиться и дальше пойти в подвал. И нам надо найти вот такую вот дырку. Это просто у меня здесь вот этот вот глаз. И мне приходится делать все порталами. А вы просто сможете там пройти. Когда вы сюда прошли, вот здесь должна быть маленькая 2D текстурка Джекса. Вот, ребята, она. И она у вас появится в магазине. Дальше я вам покажу, как найти скин волка. Для этого создаем элит-склад. И желательно, чтобы вы были одни, чтобы вам никто не помешал. Дальше вы должны найти именно три документа. Когда вы их нашли, ищите свалку. Она где-то по краям карты. Когда вы найдете свалку, надо постучать по коробкам именно руками. Я еще точно не знаю, по каким коробкам. Либо по коробкам, которые разбиваются вот эти, либо по вот этой коробке, на которой меня убили. После этого у вас появится скин волка. Следующая пасхалка находится на карте Рейс 2. Но я предлагаю перед этим посмотреть видео, которое связано с этой пасхалкой. Маленький мальчик находит так называемого аллигатора в 2010-м. Они подружились и вместе они играли. Но вот приходит время, и мальчик уже постарел. Он сказал, что он скоро пойдет, но он так и не вернулся. Согласен с вами, достаточно грустная история, и именно на это у нас будет пасхалка. Тогда вылезите за карту Рейс 2, и где-то в углу должна находиться эта пасхалка. И вот здесь у нас должна быть эта пасхалка. Вот, ребята, смотрите. И последняя пасхалка на розового кота находится на карте Мисти Таун. Вам надо найти старый фургон. Кстати, ребята, вот он где находится в этом фургоне. Он внутри фургона находится. Далее нам надо уменьшиться, а также сделать порталы. И еще желательно поставить платформу. Далее заходим в портал, и вот наш розовый кот. Теперь он появился у нас в магазине. Кстати, хочу еще показать вещь, которую я не заметил в прошлом видео. Теперь вот на свинье улучшенной можно менять цвета, а также это можно сделать еще и на зайца. Ну что ж, на этом видео подходит к концу. С вами я был Артём. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.